Привет всем, кто смотрит сейчас это видео. В этом небольшом сюжете я хотел бы рассказать и показать вам, как я собираю 4-баночный аккумулятор литий-ионный. Недавно, вчера я получил вот такие аккумуляторы Panasonic. Заявлено на сайте было, что это аккумулятор с постоянным разрядом на 20 ампер. Емкостью на 3400 миллиампер часов. Насколько соответствуют эти характеристики, можно судить только после того, как мы их проверим. У меня, к сожалению, нет приборов, которые могли бы проверить емкость сразу. А вот подзарядка уже готового аккумулятора. Вот я вчера уже такой вот сделал один. Испытал. Два раза его заряжал, два раза разряжал. Самая большая емкость, которую он мне показал, при разряде до 2% емкости, он у меня зарядился на 2180 миллиампер часов. Поэтому я, конечно, сомневаюсь, что здесь 3400. Поэтому проверить пока больше нечем. Получив эти аккумуляторы, я проверил вольтаж. За исключением вот этого, все были в пределах от 3,6 до 4,3 вольта. А на этом было 1,5 вольта. Это, в принципе, должен был быть угробленный аккумулятор. Я его подзарядил. Он мне показал. До максимума не подзаряжал. Подзарядил. Где-то до 80% он мне показал 3,1. Довел, в принципе, до вольтажа этих аккумуляторов. И сейчас мы начнем из этих 4 банок собирать аккумулятор 4-баночный. Итак, что же нам необходимо? 4 аккумулятора. Скотч двухсторонний тонкий. Изолента. Скальпель. Разъем XT60. Один. Это у нас мама. Балансировочный разъем на 5 контактов, флюс, припой, паяльник, ножницы. Вместо скальпеля может быть подойти такой вот резачок. Проводочки, термоусадка. Такая термоусадка. Пассатижи. И также вот такой тестер. И еще фен. Зажигалка. Вроде бы все есть. Итак, приступаем. Начнем сразу же с подготовки вот этого разъема. Нам необходимо иметь удлиненные 2 и 4 проводочки. Мы их сейчас будем удлинять. Удлинять будем
желательно, чтобы были все железные проводочки. Так, это мы подготовили, убираем в сторону. Теперь нам надо подготовить разъем. Посмотрим. Все. Так, хорошо. Подготовили мы этот разъемчик, подготовили мы этот разъемчик. Так, теперь займемся аккумуляторами. Они так, видите, хорошо закрыты. Ах ты! Вот не очень хорошо, конечно, с этим аккумулятором у нас. Ладно, мы его пока отставим. Видите? Оторвался. Тоже не очень хорошо снимается. На предыдущих у меня снимались лучше. Это у нас будет плюс, это будет минус. Берем скотч 200. Заглушки пригодятся еще. Так вот. Берем скотч двусторонний. Вот. Так, одна. Ну, так, где у нас? Это мы убираем. Так, здесь мы снимаем. Ну вот так вот. С того конца не получилось. Сняли. Рано все. Так, у нас. Дальше мы берем вот эти усики. Раньше я просто все запаивал. Делал такие перемычки. А теперь мы будем вот так вот их закручивать. Вот, видите, как все. Как все здесь супер-пупер положительно. Как положишь, так и лежать будет. Так, теперь мы это с этой стороны взять и на эту сторону положить. И пусть лежит. Так, пока вот так. Берем сюда.
сюда. И еще сюда надо наклеить. И сюда надо так. Снимаем. И сюда вот одеваем. И сюда вот одеваем. Так вот мы берем и еще изолентой прихватываем, чтобы они нас не раз. Минус вывод. Минус у нас будет. Вот он будет минус. Мы его здесь, да, и обрежем, он нам такой большой минус не нужен. Есть, мы его обрезаем. А здесь у нас скручиваются. Вот у нас эти кончики у нас скручиваются. Так вот у нас они скручиваются и подкручиваются. Так вот мы их скручиваем. Так вот. Кому не нравится, тот может так не делать. А я показываю, как я делаю. Возьмем картонку, картон, и сделаем два, вот так вот, один и второй. Включаем паяльник, пусть функционирует, убираем лишнее, так, ну берем чем, ну, давайте с котелечком, значит здесь, отгинаем,
тогда мы... Так. Плюс у нас с этой стороны. С этой. У нас это туда. Это тоже туда. Допустим. Нет, надо короче делать. Ну, в общем, как-то вот так вот надо будет делать. Так, тут тоже мы. Хорошо. Берем мы. Так. Нервно больных прошу удалиться. Есть такая партия. Так, хорошо. Так, мы переворачиваем сюда. Так, это у нас... Это у нас сюда. Беленькой. Беленькой у нас идет сюда. Черненький идет сюда. Заклеим. Хорошо? Хорошо. Пока заклеим. Все. Балансировочные провода на месте. Можем теперь проверить, все ли мы правильно подключили. Подключаем к тестеру. Ну вот, показывает. Переходим на литий-ионные. 64%. Одна банка 3,8. Вторая банка 3,8. Третья банка 3,73, четвертая банка 4,0, будем считать. И общая 15,37. Все, мы подключили правильно. Отключаем. Теперь припаиваем у нас разъемчик. Сейчас мы его сделаем. Thank you.
вроде бы все на месте. Все замечательно. Так, закрываем этот. Закрываем. Закрываем этот. Берем наши кордонки. Кордонки. Так вот. Берем наши кордонки. Берем изоленту. Берем изоленту. И лепим. Теперь паяльник нам не нужен. Еще раз проверяем, все ли у нас соединения. Да, вот видите, все у нас есть. Показывает литионный 64%. Показывает по каждой банке. Ой. Вот. 3,8, 3,7, 4,0. Ну, это мы отбалансируем. Все. Все здесь есть. Теперь что? Последняя. Последняя наша функция. Термоусадочки. Ну, где-то вот так вот. И возьмем тут. Такой получился у нас аккумулятор. Вот. Два. Все, фен отключился. Так что кому нужны такие аккумуляторы? Ну, получилось вот себестоимость каждого из этих аккумуляторов, чтобы не, ну, $10, потому что 8 аккумуляторов мне обошлись $19, но плюс стоимость еще разъемов, получается, в общем, грубо $10 аккумулятор. Я думаю, что за $10 вы такой аккумулятор не купите. Я уже этот аккумулятор попробовал на своем квадрокоптере. Аккумулятор еще, в принципе, он такой сырой, его надо еще гонять и гонять. Вот. Но со второй попытки он у меня летал с этим аккумулятором, ну, после второй зарядки, 10 минут. Я думаю, что он будет 14 минут этот точно летать. 14-15 минут. Это с экшн-камерой, с подвесом. Ну, то есть где-то с еще второй аккумулятор там двухбаночный внутри. То есть два аккумулятора, ну где-то кило 300, наверное, общий вес
Вот он с этим весом летал 10 минут. Так что, я думаю, овчинка выделки стоит. Ну, все на этом. Кому понравилось, ставьте лайки. А не понравилось, ставьте дизлайки. Я на лавры не претендую. Показываю то, что я сам умею, то, что я сам делаю. Все, пока.